Каникулы не только за компьютерными играми. С песнями, плясками и конкурсами на проспекте Клыкова прошел настоящий праздник детства от провайдера «Курск Онлайн». Ветер летел сильней, чтоб плясалось веселей. Маленькой кружинки, беленькой снежинки. Благодаря Снегурочке и Деду Морозу обычная прогулка для Маши Медведевой превратилась в увлекательный праздник. Хороший, очень мне понравился. Мне понравился свой стих, как перчатку так передавали по кругу. И когда остановится стоп, это уже рассказывает. Выездные мероприятия домашняя сеть «Курск Онлайн» проводит регулярно. Яркие праздники проходят во дворах и на улицах Курска с завидным постоянством. На этот раз подарки и позитивные эмоции получили десятки малышей. Значки, блокноты, ручки. Приятные и полезные сувениры. Праздник хороший, мне нравится. Ручки, тут подарки всякие раздают. Мне больше всего понравилось разгадывать загадки. Была загадка про лед, про снег, про зиму. Я первый раз попал, мне понравился этот праздник. А родители компания радует качественными и доступными интернет-услугами, цифровым телевидением и телефонией. Нам нравится, да, нас полностью устраивает, скорость хорошая. У меня муж киноман, поэтому фильмы постоянно смотрим. Мультики, то есть полезную информацию оттуда берем. Фильмы в хорошем качестве можно смотреть и перейдя на цифру. Уже 4 года она вещает стабильно, без помех и ряби. Одной из востребованных услуг нашей компании является цифровое телевидение. В нашей сети более 120 цифровых каналов в высоком качестве, которые посвящены различным темам от путешествий и спорта до сериалов и кинофильмов. Цифровое ТВ дает простор для фантазии. Управлять пакетами телеканалов могут сами абоненты. Кстати, «Курск Онлайн» обеспечит курянам зимнюю сказку до 15 января. В эти дни для абонентов услуг цифровое телевидение и домашний интернет большинство цифровых каналов сети доступно без дополнительной платы. Кристина Кононова, Андрей Дегтярев, телеканал «Сейм».